Здесь, в лесах Мейроча, множество природных источников. Говорят, что невидимые боги собираются на их берегах. Это священные места, где урары могут увеличить свои силы для предсказаний. На этой святой земле мы можем очистить свои тела родниковой водой и вознести молитвы. И поэтому мы здесь совсем не для того, чтобы освежиться в столь жаркую погоду. Вы даже не пытались! Сегодня у нас экскурсия в лес! Дороги судьбы, перекрестки жизни. Порой люди теряют свой путь в лабиринтах обыденности. И тогда предсказательницы направляют дорогам зла. Иногда это лекарство, а иногда яд. Какой путь подскажет таинственная сила? И только девушки старше 15 могут понять ее. Одни становятся богинями, другие же ведьмами. Такие они, девушки города предсказаний. Урары! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。В последнее время вы только и учились допоздна, уверена, вы устали. Так что сегодня вы можете веселиться и отдыхать сколько душе угодно. Ура! Время купаться! Отлично, я с тобой! Та-дам! Что скажете? Особый смелый модный купальник от Коми! Погоди, Кома! Я не думаю, что такой вызывающий наряд уместен в таком святом месте. Да ты что? А я вот думаю, что именно ты тут так-то выглядит вызывающе. Нет, что же мне делать? Без паники, я приготовила купальники для всех. Божечки, какие милые купальники. Для Чии жизнерадостный красный, для Нона слитный насыщенно желтый. И для Кон выбор был очевиден. Горничная купальная версия. Мне кажется, или только мой необычный? Конечно! Твой был лично создан гением в мире моды Коми! Есть еще костюм кунаичи и жрицы. Не помню, что бы я просила. Хорошо, давайте все вместе. Стройся! Готовы? Вперед! Боже, боже. Ох, Чия! Ну и ну! Что это? Дикая и свободная! Чия! Оно надень обратно! Не хочу! В нем сложно плавать! Да уж, до неприличности освежает. Вот, я завяжу сзади. Уф. Да уж, на природе для Чии нет ничего невозможного. Нет, есть одна вещь! Особенно в таких местах точно есть! Мой ужасный враг! Ужасный враг! Клешни! Краб? Ох, ну не будь ты такой трусишкой! Клешни такие маленькие и миленькие!
Ноно, ты взяла и Мацука с собой? Да. Я бы сильно переживала, если бы оставила ее дома. Спасибо, Ноно. Водичка прекрасная. Ужас какой! Кон? А ты немного подросла, да? Ах ты! Время расплаты! Кома, может тебе меньше сладкого есть? Что? Что такое, Нона? О, нет! Моя папа застряла! Щекотно! Помогите! Нона, ты прям как жук, который не может перевернуться! Жук? Проверяем. Этот родник в порядке. Капитан Саку в прекрасной форме. На моем тоже порядок. У капитана Саку такие классные лодыжки. Неужели и вправду на этих родниках собирались подозрительные личности? Конечно. Ясно. Тогда будем патрулировать. Как насчет исследовать в самом роднике, капитан Саку? Точно. Мы не знаем, где они могли спрятаться. Капитан вся в каплях воды! Позвольте составить вам компанию! Да о чем вы думаете, вы бесстыдные офицеры стражи? Вы не так поняли, капитан! Я не помню, когда мы так отдыхали. Мы только упорно занимались. Хоть мы и урары, но мы же и обычные девушки. Так хорошо иногда вот так выбраться. Что тут у нас? Кон сегодня удивительно несерьезная. Да, именно. Я сегодня сама не своя. Лисичка. Что ж, мисс Лисичка, что будем делать дальше? Вообще-то есть то, что я хотела попробовать. О, что это за игра? Это не совсем игра, это... Не тяни, скажи нам. Я хочу сделать кое-что запрещенное. Не в этом смысле. Я хотела попробовать провести гадание в роднике. Вот оно как. Ты перепугала нас. А что за гадание в роднике? Ну, это секретная техника, выполняемая двумя урарами. Используя родниковую воду как медиум, они объединяют свою энергию. Это временно усиливает их способности и позволяет делиться ими. Звучит как невероятная полезная техника. Да, но если они несовместимы, то ничего не получится. Даже есть риск того, что один будет доминировать и красть энергию другого. Так что мы не должны использовать этот метод. Так вот что ты имела под запрещенной. Запретные игры, другими словами. Это звучит как-то развратненько. Это не развратно, это не игра. Я всегда хотела попробовать эту технику. С тех пор, как прочитала о ней в детстве. Но я не могла сделать это одна. Это была моя мечта. Что-то она часто это повторяет. Тогда давайте попробуем. Мы будем делать все, что ты хотела, когда ты была одна. Чья? Тогда, может, поиграем на тарзанке и догонялке, и жмурки с прятками, или побросаем жабки, и еще... Больше, чем я ожидала. Кона, научи нас гадание в роднике! Тогда, для начала, мы заходим в родник и беремся за руки. Потом мы точно и синхронно считаем до трех. И все звучит просто. Нона, давай попробуем! Конечно! Ты готова? По сигналу мы ныряем. Все хорошо, Нона! Давай для начала просто окунем лицо в воду. Давай тоже попробуем, Кон! Да! У нас точно получится! Никто не ладит лучше, чем мы! Вот что означает совместимые, не так ли? Именно!
Мы ведь друзья. Ура! Друзья! Я не знаю. Что ж, начнем, Чия. Вперед! Раз. Пусть сила моя с Чией сольется. Представить их вместе, чтобы стать единым. Два. Вода как будто становится теплее. Три. Четыре красных глаза переливаются в воде. Я нашел двух очень непослушных детей. Теперь чей же это взгляд? И кто же смотрит в ответ? Это... Ты в порядке, Кон? Да, кажется, мне ногу свело. И потом папа Нона застряла в плавательном круге. Кому не говори ей! Как ты выросла, Нона? Сестренка, прекрати! Круг был маленьким, и все. Кроме того, твой купальник отрезал краб. Эй! Все Майки.ру – крупнейший интернет-магазин прикольных футболок в России и СНГ. Здесь вы можете найти футболки, толстовки, кружки и многое-многое другое. Создай свою футболку в крутом конструкторе на всемайки.ру. Специально для зрителей скидка 10% на все по промокоду ANIDAP. Непослушная девочка. В качестве наказания я заберу то, что тебе так дорого. Чия? Отдай мне. Нет! Отдай мне. Отдай мне. Отдай. Отдай. Нет! Отдай мне. Отдай. Хватит! Прекрати! Отдай мне! Помогите! Всего лишь сон? Чия, ты не спишь? Что? Прекрати! Эй, если ты не можешь уснуть, может, поговорим? Чия? Я хотела спросить, ты такая грустная, тебя что-то беспокоит? Это из-за монстров, что мы видели, да? Да, Юне. Ты тоже их видела? Этих черных монстров? Да, да четко, но всего на мгновение. Следующее, что я помню, они пропали. Я не могу перестать думать. О чем? Чия, помнишь, ты говорила, что видела монстра на лугу? Да. Я думаю, то, что ты видела, и то, что мы видели на роднике сегодня, могли быть боги Мейрочо. Боги Мейрочо? Да. Это лишь моя догадка. Но у тебя есть способность видеть монстров. Или, вернее, богов. Я думаю, что мы разделили эту способность во время гадания в роднике. Поэтому я могла увидеть богов. А, точно. Что? Извини, нужно объяснить попроще. Так вот, ты помнишь о табу для Урар? Конечно. То, где мы не должны гадать о богах, да? Именно. Урар.
Урарам запрещено использовать гадания, чтобы увидеть истинную сущность богов. А если нарушить этот запрет, она потеряет свои способности навсегда. Что же мне делать, Чия? Я, наверное, нарушила этот запрет. Так почему только ты, Кон? Я тоже их видела. Но в твоем случае тебе не нужно гадание, чтобы увидеть богов. Кроме того, случай на лугу не повлиял на твои способности. Гадание в роднике – это форма гадания. Эта техника способна предсказать что угодно. И это не то, что я должна была делать. Если мои силы были и вправду у меня отобраны, не стать мне урарой первого ранга, так как не быть мне урарой вовсе. Эти мысли меня пугают. Очень пугают. Чия? Погоди, Чия! Что ты? Да стой же! Стой, Чия! Чия! Себя помню, я всегда мечтала стать урарой. Я не хочу, чтобы все закончилось вот так. Я знаю. Кон, ты помнишь? Ночь, когда мы загадали на падающую звезду, когда мы пообещали стать урарами первого ранга вместе. Следуй за своей мечтой. Никто не вправе забрать ее у тебя. Не сдавайся! Если боги забрали твою силу, я буду этой силой для тебя. Я буду ближе к тебе, чем эти глупые боги. Даже если они будут против, я всегда буду рядом. Ты вправду так сможешь? Могу! Ну как? Я еще не знаю, но обязательно узнаю! Ну что тут смешного? Прости, просто ты так уверена в себе, в отличие от меня. Прости, но ты действительно особенная, Чия. Как будто ты поделилась своей силой. Невероятно. Подумай только, всего минуту назад мне было страшно. Кон? Кон, ты опять плачешь? Теперь повод другой. Значит, тебе лучше? Ага. Тогда давай вместе спросим у богов. Правда ли они забрали твои силы и злятся ли они на тебя? Но... Не переживай. Если боги и вправду злятся, я помогу тебе извиниться. И попросить вернуть тебе силы. С такими животиками, как у нас, кто угодно простит. Прошу, давайте извинимся по-нормальному. Для такого дела мы и свои животики одолжим. Давно вы тут? С самого начала. С самого начала? Мы заволновались, когда вы посреди ночи пропали из комнаты. Но все же, Кон, если ты была настолько расстроена, почему раньше не спросила совета? Она права, Кон. Простите меня. Мы тоже хотим поделиться своей силой. Поэтому вот, это тебе, Кон. Что это? Ешь сладенького, и ты позабудешь про свои печали. Кума, так это всего лишь повод для ночного перекуса? Да шучу я, шучу. Если честно, мы хотели принести вам вот это. Если твои силы и вправду пропали, то ты не сможешь провести гадание Кокури. Так что самый надежный способ проверить – это погадать. Точно! Коми, ты молодец! Но... Что, если мои силы и вправду пропали? Будем решать проблемы по мере их поступления. Не переживай. Мы будем рядом с тобой. Девочки. Хорошо. Я попробую. Боги незримые, услышьте мольбу. Кокури, Кокури, приди к нам, прошу.
Тот дар для гадания, что дали вы мне. Забрали вы силу, или она во мне? Молю вас, ответьте же мне. Ну же! Ну же! Ну же! Ну же! Получилось! Получилось, Кон, получилось! Тише, Чит, тише! О, дух лесы, скажи, нарушила ли я запрет? Могу ли я еще стать Урарой? Чудесно, Кон! Прекрасно! Как гора с плеч! Да уж, это точно! Я не нарушила запрет! Я могу стать Урарой! Отлично! Что-то мне кажется, что вы видели не богов, а привидений. Говорят, что духи любят собираться у воды. Учитывая то количество, которое вы видели, один мог и домой за вами последовать. Привидение! Кон! Ну, Коми! Мы должны были подбодрить Кон! Простите. Но если это были не боги, что же мы видели? Не знаю. Наверное, некоторых вещей интереснее не знать. Например, потому что веселей будет найти разгадку завтра. Это как разгуливать закрытым сундуком с сокровищами. Гораздо интереснее, когда есть что узнать завтра и послезавтра. Ты действительно особенная, Чия. Вот. Вкуснятина! А ночью кушать сладости еще вкуснее. Как убийственный! Думаете, наставница не разозлится, если узнает, что мы творили посреди ночи? Пусть это будет нашим секретом. Простите, что пришлось решать мои проблемы. Разве друзья не разделяют проблемки? Кроме того, общие секреты укрепляют дружеские узы, не так ли? Лунная ночь, дружеские узы. Тогда мы должны кое-что сделать. Что? Выйти на луну! Эх, звучит занятно. Как ты это делаешь? Вот так! Вау! Вау! Кон, ты можешь провыть, как умеешь! Но... Ты можешь прокричать, как захочешь! Как захочу! Которое недавно выучила. Кон, ты могла бы немного помягче? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。